Мы сейчас зашли в космос. А, не, мы сейчас зашли на нефтяную, на нефтяную вышку. На нефтяную вышку. Бензин? Да. Нефть. Нет, черная. Где у нас дети? А? Не работает. Ну, по лестнице вот. По лестнице. Это нефтяная вышка, Тимофей. Здесь добывают нефть, из которой делают бензин. Ну что, Лейс, пойдем? Электроэнергия тоже с нефтью. Да! Вот это да! А мы это пойдем на подводку! Вот. Это просто подвешено. Спасательная подводная лодка, если кто-то утонет. Да, она в море находится. Что-то интересное. Не знаю. Вот. Можно крутить вот эти вот. И что из этого будет? Крути. Что будет? Старт. А? В смысле, что? В смысле, что? В смысле, что? Вот так вот бурильщики вставляют бур. Ага, а это бур бурит уже все. Ну бурит уже, нефть добывает. Он крутится и нефть добывает. Можно? Нет. Не знаю. Ау. Да, вот так вот. Да, он бурит землю и добывает нефть. Смотри, какие буры бывают. Буры тоже. А это по ним идет уже нефть. Их поднимают так наверх, на станцию. Да. Что это, Тим? Что там видно? Видно что-нибудь? Да? Смотрите, подождите, какая скорость удара? Да, давай смотри, надо сейчас. Можно быстрее. Можно мне. Быстрее, давай, кто быстрее? Надо не сильнее, быстрее. Быстро, еще быстрее, давай смотри, еще. Еще быстрее. Не, надо сильнее.
О, тут про Формулу-1, да, есть? Это как колеса, как трансмиссия крутится, смотри. Это вот так вот крутится там внутри, и колеса крутятся, представляешь? Как быстро. Да. Давай на тех проедем, на тех. На каких? Меня не гоняют. А? Меня не гоняют. Как? Ну вот. Заняли. Пап. Вот мы с Мариной решили прокатиться на болидах Формулы-1. Это тренажеры. Я буду кататься в Монако. Монте-Карло. А у тебя где? Нажми старт. Enter. Да. А ты в другом месте. Там поедем. Как здесь много всего интересного. Но здесь очень холодно. Очень холодно. Мы, да, в Петронас Discovery центре очень-очень холодно. Но потому что мы здесь правильно 3 часа уже находимся, конечно. И мы еще половину только прошли. Все просто нереально интересно. Формула-1 там... всякие опыты. Да, Тимофей? Тебе понравилось здесь? Да, очень. Очень? Мы сюда будем туда ходить. Сюда сюда будем ходить? Ну да, еще самое место. А тебе, Леша, понравилось здесь? Да. Очень. Да. Офигенное место на самом деле. Вот тут кафешка посередине пути. Можно купить, перекусить что-нибудь. Пианино вот есть. А? Здесь отдел уже современного мира, технологий. Стол вот такой вот. Стол-аквариум. Рисовать на столе, да? А у тебя что? Он снимает? Ближе, ближе, посередине. Вот здесь надо делать. Да. А, ну вот и конец. Thank you.
economic development movement has considerably helped the nation's citizens to be more aware of the environment. Началось наше путешествие. Очень круто. Петронас Discovery Center. Что там есть?